Вечер-сюрприз был посвящен Дню пожилого человека. Собравшихся тепло поздравили руководители районного совета ветеранов. Творческим подарком стали несколько песен ансамбля «Горячие сердца» и народного хора «Русская душа». Оставайте, друзья! Районные поэты прочитали свои стихи, а мастера рукоделия представили свои работы на выставке прикладного творчества. Валерий Дейнеко 8 лет назад начал вышивать крестиком. По специальности театральный режиссер он увлекся рукоделием и резьбой по дереву. Свои картины выставляет на всех мероприятиях, которые проходят в районе. К Олимпиаде вышел и портрет президента Путина. Теперь автор планирует перейти на живопись красками. Проба пера тоже представлена на выставке. Дело в том, что вышивка дается очень трудно. Уже возраст пожилой, под 70 лет, глаза болят, очки нужно, вот, и долго вышивается, 2-3 месяца. Я перейду на картины и буду писать уголки Сочи буквально. Это гораздо проще. Также специально к этому дню сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Душою вечно молодые». Герои этих книг – пример всем, что на пенсии жизнь только начинается. Галина Моисеева, Олег Кононов, телекомпания ФКТ.